Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Для того, чтобы вырастить хороший урожай сладкого перца, важно придерживаться определенных правил. Давайте разберемся, какой же уход любит перец болгарский. Подперчики отлично подойдут участки после сидератов, огурцов, капусты, морковки и лука. Но не советую сажать рассаду рядом с острым перцем или картофелем. Перец поливают только теплой водой, плюс 22, плюс 28 градусов. Он любит частый и умеренный полив. 5 литров раз в 3 дня на 1 квадратный метр. Также важно, чтобы в светлое время суток поддерживалась температура в диапазоне от плюс 22 до плюс 27 градусов, ночью не ниже плюс 17 градусов. Для профилактики болезней растения поливают под корень раствором триходермина. Формируйте перец в 2 или 3 стебля. Для этого на штамбе срезают все пасынки до первого разветвления и первой короны цветок. При этом не трогают только два скелетных стебля. В дальнейшем на каждом из них после нового ветвления сильную ветку направляют по шпагату на шпалеру, а слабую удаляют над первой завязью. Все нижние листочки и пасынки со временем удаляют. Также не забывайте подвязывать перчик, ведь стебли у него ломкие. Перец подкармливают по мере необходимости, от 2 до 6 раз за сезон. Первую подкормку проводят через 2 недели после высадки растений в открытый грунт. В это время дают азот. Во время цветения и плодоношения дают комплексное удобрение с фосфором и калием. Также следите, чтобы почва на грядке не слеживалась и не заплывала. У перца корни залегают близко к поверхности почвы, поэтому рыхлить перчики хоть и нужно, но делать это следует очень осторожно. В летний зной открывайте все форточки и двери в теплице и убирайте пленочные укрытия на парнике. Для того, чтобы стимулировать опыление, нужно периодически слегка встряхивать кустики перца или просто обработайте их регуляторами плодообразования по инструкции. А в конце вегетации важно оборвать все бутоны и цветоносы, для того, чтобы дать шанс вызреть уже завязавшимся плодам. Перчики, так же как и баклажаны, не выламывают, а срезают с куста. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!